Так, это нам сразу к боссу идти нужно, что ли? Кошмар. Сейчас мне кажется, что будет какой-то уровень, который покажет нам, что мы недостойны находиться сейчас. New Game by Nitro Fun. Начало довольно-таки чуловое. Я сижу, пержу просто в одном углу. Оп, начинается. А! Эта херня вверх типа поднимается, что ли? Да твою мать, как можно было там-то в конце урон получить и еще здесь урон получить? Нет. Не ешь, подумай! Он обожрется сейчас, бешеным станет. Ей-богу. Просто посмотрите на это. Ай! Да ты рофлишь, падла, ты рофлишь. Все заново. Но я получил очень глупый урон в двух местах. Тихо. Умирай, давай, быстрее! Наконец-то, боже мой. Все, это конец? В смысле? Нормально, нормально. Окей, maybe it was not over. Это только начало, короче говоря. Говорит нам ачивка. Смайл больше похож на реквидиет. Смотрите, секретный уровень. Секретный уровень. Спасибо огромное, Лити. Как будто я врубил свой плейлист. The Art of War. Ну-ка. Эх, сейчас бы пророк Санбоя послушать. Спасибо огромное, Just Away, за 3 уже месяца. Спасибо большое. Очень приятно. Я бы сейчас столько эпитетов подобрал, но не могу, потому что моя мозговая деятельность занята вот этим дерьмом на экране происходящим. Но огромное спасибо. 3 месяца это зашибись. Так, мне надо сматываться отсюда, да? Хоп, видали? Видали, что придумал, а? Гениально же. Это такой достаточно чуловый левел, походу. О! Особенно в сравнении с тем, что на боссе было. Можно просто стоять и чилить.
Пара-пара-пара-пара. Ай-яй-яй. Иногда как будто бы дэш слишком излишне далеко, как бы метает тебя. Не знаю, как это объяснить, но странно. Может быть, это зависит от нажатия кнопки. Типа, насколько долго ты ее держишь или нет. Можно делать какой-то микро-дэш, по идее, совсем маленький. Музыка приятная, да, достаточно в игре приятная музыка. Так, это мы пошли сюда. Это был, получается, какой-то секретный уровень или нет? Мы можем пойти наверх? Наверху ничего нет пока что. Здесь тоже нас ожидает смерть. Давайте сюда пойдем. Нифига, здесь даже на мини-карте играть нужно, оказывается, чтобы нормально чувствовать себя, здесь нужно доджить даже на мини-карте. Так, Termination Shock. Поехали. Там надо не зажимать для микро-дэш, понял. А, здесь лучше не стоять бы, понял. Надо где-то в углу, наверное, спрятаться. Или посередине здесь, например. Наверное, не самую выгодную позицию я, честно говоря, выбрал для себя. Хотя... Оп. Блин, с точки зрения дизайна прикольно сделаны очень уровни. Каждый левел разнообразный. Ну, типа, отличается по, скажем так, наполнению всякими этими ловушками. Ой. Так, они просто вниз идут, да? А если здесь стоять? Опять обуз уровня? Вот это неприятное место, жесть. Просто кошмарик. И чекпоинт достаточно далеко находится. Музон в этом уровне не особо качает как-то. Как будто он приглушен. Тихо. Так, дошли до чекпоинта, найс. Ой. Можем просто посередине стоять, смотрите. Тихо. Куда ты, блин? Эти дожи только губят меня, если честно. Давайте чекпоинт быстрее. Блин, бодренько очень играется. Не, мне пока прям супер нравится. Скорее всего, через часа два надоест просто кошмарно как. И я больше никогда не захочу в это играть. Но пока что играется очень приятно, скажу прямо. Так, типа нужно пройти все три левела, чтобы собрать какие-то части, да? И, наверное, разблокировать проход в правую или наверх, в сторону. Иначе я больше музыка заходил. Но сейчас посмотрим. Тут типа музыка на каждом уровне своя. Каждый левел, по всей видимости, делает ну, типа, разные люди, короче, делают уровни. Игра проходит за часа два, так что не надоест. Ну окей, поехали тогда.
Но большая ставка здесь вроде как на мультиплеер все-таки есть. Потому что в Steam она позиционируется именно как кооперативная. Как онлайн игра. Но приятно играть в такие игры, по крайней мере... Ты большой спектр эмоций очень получаешь, типа адреналин сразу подскакивает. И мозг начинает прям работать, не знаю. По крайней мере, какие-то части мозга точно начинают активизироваться. Не все явно, но некоторые работают. Тихо. Хоп. Вау. Ну я тогда здесь в углу, наверное, постою. Может быть, это была ошибкой. Жесть, вы чё, рофлите, что ли? До конца еще просто обосраться как много. Монкагига! Блин, еще так долго, оказывается, до конца нужно было держаться. Кошмарик. Куда? Куда перемещаться-то? Объясните, пожалуйста. Передышку, передышку небольшую дайте, пожалуйста, умоляю. Ну все, это Easy Clap. Очередной Easy Clap. Найс. Хоп. Пока что все уровни, если не с первой, то с второй так точно попытки проходятся. Типа первая, как говорится, проверочная, понятное дело. Вторая такая уже, добивающая. Напоминает файты из Undertale. Ну, кстати, возможно. Местами, может быть. На самом деле игру не нужно воспринимать как лютый хардкор, она сделана не с этой целью. Она сделана, наверное, с целью просто порелаксировать, почилить. Спасибо за тондро, за сотку огромное. Спасибо большое. Удачный стрим — это приятное пожелание. И очень важное на самом деле. Банальное, но очень важное. Я просто, мне кажется, вот большую часть уровней лучше вообще проходить без дэша. Может быть, есть ачивка пройти каждый левел абсолютно не перемещаясь с помощью дэша, а типа просто с помощью стика бегать. Не знаю. Это была плохая сейчас идея переместиться в центр карты. Каждый невозможен, ты думаешь? Пока что, мне кажется, все уровни можно было пройти таким образом. Может быть, конечные финальные левелы супер трудные будут? Блин, хитбокс на самом деле намного меньше, чем нам кажется. То есть, видите, я прямо стоял буквально сейчас в этих красных херовинах, но не умер. П-
просто задница. Тихо. Еее, дрить, в конце-то начинается что-то не такое простое. It's over? А-а-а, так вот он в чем прикол. Смотрите-ка, если мы типа умираем три раза походу, то... Или сколько? Два или три раза, короче, если мы умираем, то... То левел придется начинать с самого начала, если я правильно понимаю. Да ведь? Так? Нет? Похоже, что да. Так, окей, понял, все, понял, принял. А! Надо в углу просто стоять и не париться. А! Все равно париться приходится! Пожалуйста, конец левела! Спасибо. Гоустрим с глазами мухи, как Dark Souls, чтобы было балдежно до бесконечности. С двумя очками, что ли? Смысл-то какой? В это играть с двумя очками не прикольно абсолютно и не весело. Tahu Project. Ну, наверное, чуваки. Я типа не шарю особо. Так, ну мы получили все три части. Теперь типа обратно нам нужно, видимо, скакать. В это весело играть, если ты слепой. А, вот, погоди, здесь... Какой-то босс-левел, видимо, получается. Так, красиво, круто. Скачем по волнам. Еее, дрить. Не убивайте меня, прошу. Интересно, я могу здесь умереть или нет? Да ну. Тихо. Чё-то я наловил урона слишком много, мне кажется. Были бы у меня здесь жизни, я бы уже начал этот левел, наверное, раз 50 по новой. Но, слава богу, здесь ХП никак не фигурирует. Скачем на дельфинах. Так, босс Облюдан появляется здесь. Активирует какой-то вулкан нереальный. О, босс левел, походу, чуваки. Ща будем потеть. Сегодня только этот Гамес. Скорее всего... Нет, скорее всего, типа, поиграем в нее. Может быть, потом пойдем в Dead Cells какой-нибудь. Там вроде как обновление было. Ну, либо в Grimrock, не знаю, посмотрим. Ядрить, вот это босс. Музон, чуваки. Не, музыка супер класс. А! Да не же! Очень не хотелось бы начинать заново этот уровень.
Ты из задницы, как ты так резко появляешься? Можно, наверное, умереть и от этих финальных штучек. Прикиньте, как было бы обидно просто сейчас сдохнуть от последних треугольничков. Snakes, it had no problems, или что-то такое там. Какую-то ачивку дали. Балдёж.